Всем привет, с вами Лев, и сегодня я продолжаю играть в Майнкрафт, сегодня я пройду паркур-карту. На самом деле я ее не пройду, но хотя бы какую-нибудь часть, да, одну третью, я не знаю, одну вторую, в принципе, как-то попробую, да, пройти ее, в принципе, хорошо. Мы, в принципе, начинаем паркурить, пока я начинаю паркурить, я, в принципе, хочу вам объяснить, почему я не записываю уже полторы недели ролики опять, да. Ну, на самом деле, потому что у меня лень, да. В принципе, думаю, вы это заметили, да. То есть у меня вообще там месяц было время, когда ролики не ходили. Сейчас там вышли. И это сейчас записываю. Ну, то есть, на самом деле, я сейчас вообще, ну... Сейчас я точно стараюсь уже начать записывать более-менее часто. Ну, не точно. Да. Хотя бы раз в неделю, блин. Да, но хотя лучше так не говорить хотя бы раз в неделю. Потому что когда я говорю то, что давай, ну, типа... Себе говорю то, что вот, типа, буду записывать раз в неделю хотя бы, то получается раз в месяц, даже больше. Супер, да. Это реально супер. В принципе, ладно. А, давайте паркурить. Если что, я буду скипать, потому что, ну, это реально очень долго паркую. Особенно вот, ну, вроде бы начало, блин, тут постоянно в начале падаю, ну, ужас какой-то. Такое место, блин, тупое. Если вообще за раз можно все пройти. А я постоянно просеваю. Если что, это проходил, только меня... Ну, я хотел... Я уже записывал просто там этот уровень. Только записал. Ну, там чуть-чуть еще другой начал. Да. Какой следующий цвет этой комнаты будет, я не скажу, да. Это цвета радуги, короче. Вроде как. Нет. Типа такой цвет какой-то. Это вот не цвета радуги, это просто все цвета, типа. Окей. Окей. Да как я упал сразу, ну вы издеваетесь? Я как будто бы вообще не прыгал, просто вперед нажал, вы издеваетесь? На самом деле я прыгал, как вы, наверное, заметили. Капец. Уже устал снимать, потому что я уже, ну, сок снимаю. Сначала одну карту попытался, получилось говно, потом вторую получилось говно, сейчас третья. Но она не говно, хотя бы. Да. Ну просто карты скучные. Одна вообще непонятна. Вообще ничего не понял, как там вообще играть. То есть даже книжек не было никаких, типа, как играть. То есть я скачал карту. И там вообще ничего не объяснялось, как там что делать надо. Я такой, типа, чё? И ливнул оттуда. Да. Фух, я здесь. Если я поставлю спавнпоинт, смысла не будет, если я упаду, потому что я потом кильнусь, и не будет этого света. Этого ночного видения. Мы тут ни хера не видим. Да. Так, отлично. Давайте поставлю. Ну-ка, види, я тут уже кучу креативов вставил. Долгая история. Да. Well, а почему здесь креатив? Подождите, я хочу спавнпоинт поставить. Не знаю зачем, ну просто. Просто! Капец! Это реально ужас. Меня бомбит. Ёбаная паркур-карта. Опять паркур выбрал. Ну капец. Надо бы... Я просто не мог нормальной карты найти. Дропер хороших нету. Не остались. К сожалению. Вообще мало карт в последнее время. И модов тоже на эту версию мало. Ну, на самом деле, здесь версия не важна какая. Просто я хотел именно... Ну, чтобы карта была новая. Пускай она 1.12 бы была, но новая. Сама карта новая мне нужна была. Это вроде как новая. Я ничего не путаю. Да. Может быть, недели 2-3. Может быть, пару дней, я не знаю. Видите, я уже научился. Мутить. Ну почти. Подождите, подожди. Блин, вот тут вообще непонятно. То есть ты вот не видишь этот блок. Это очень сложно. Я, конечно, специально настройки на максимум выкрутил. Не все, конечно, но хоть что-то. Не знаю, давайте я буду просто креативом сюда летать, да. А может быть, пройду. Ну, если что, я сейчас упаду, я вам просто отвечаю. Ступенька гнёбаная. Так, ладно, все, давайте отсюда начну, вот отсюда даже. Вы, конечно, извините, но я просто скипаю время, потому что
у меня уже почти 6 вечера, и типа немножко неудобно мне сейчас это снимать, если честно. Блин, режим выживания включи. Капец! Уже неудобно, когда вместо геймод 1 надо писать геймод креатив. Капец. Сложно, капец, явно. Супер. Окей. Я не понял, я вообще не бомблю, вы чё? Да! Уже бомблю. Всё, бомбит меня просто. Потому что эта гребная кровать просто... Ну, это как слизь какая-то. Слизень. Просто вот так вот бежишь, прыгаешь. Останавливаюсь. Видите? Немножко есть тут. Хрень или как? Так, оранжевый цвет. Ну вот. Я вам вроде бы цвет не говорил. Да. Окей, мы прошли первый уровень. Это хорошо. Не так уж и долго, кстати. Ушло на это времени. Блин, долблюсь в стенку. Ой-ой, это было опасно. Очень опасно. Так, тихо, тихо. Боже мой, ну проще вот так набрать, реально. А-а-а! Как я не запрыгнул просто. Я просто уже угораю над этим процессом просто, что происходит. Что в этом мире происходит? Так, тихо. Если тут стоять, то тут нормально. Если тут стоять, то сразу пьет. Если что, да? Фух, это было сильно. Это было сильно. Вот сейчас пройду на изи. Да ладно. Красный цвет, окей. Это было сильно, реально. Нихера себе. Ребят, ну я прям охреневаю к себе. Я до сюда вообще ни разу не доходил. Даже креативе не смотрел. Честное слово. Я вам прям говорю, да. Я только белый и оранжевый видел. Красного вообще не видел. Красный тоже такой прикольный цвет. Это получше белого будет, конечно. Но оранжевый, мне кажется, немножко получше все равно будет. Красный какой-то вообще. Опасный. У меня, правда, скин тоже красный. Но он такой. Между красным и оранжевым. Не такой прям, не такой красный прям. Это прям жесткий красный такой. Ага. Это нужно успеть. Ни хрена себе. Вы, пацаны, долбанулись, что ли? Так хорошо все начиналось. О боже. Это ужас. Ладно. Ладно. Хватит уже говорить ужас. Хватит вот это. Ну нахер. Я прохожу покупку карту. Что тут может быть хорошего? Только плохое. Для меня только. Может быть, тут какой-нибудь паркур. Мастер поет, естественно. Эту карту на изи. Ну, карта реально легкая. Даже я ее прохожу просто. Просто иногда туплю, иногда прыжок не срабатывает. Ну, то есть бывает такой Майнкрафт, когда не всегда все срабатывает. Думаю, вы меня знаете, если много играли. Ну, типа, ты вроде бы прыгнул, то есть ты нажал на кнопку, но она не сработала. Такое реально бывает. Хоть очень редко, но бывает. Иногда просто. Я не знаю, как это работает. Ну, баг какой-то. То ли в игре, то ли я не знаю. Ой. Ну, видите, я сейчас не прыгну. Я вообще сам уже не понял. Это я не нажал или что? Я вроде бы нажал. Хотя фиг его знает. Давайте. Окей. А если я умру, я, кстати... Я здесь, кстати, возможно, не появлюсь. Знаете почему? Потому что здесь нету этой кнопочки. Это плохо. Сейчас бы на оранжевой или на белой появляться вообще бы было бы самое то. Поэтому здесь вообще нельзя использовать киллы. Ну, типа команду kill. Гейммод один максимум. Да. Ну и то в самых таких плохих моментах. Я не знаю, сколько я пройду. Я думаю, 5, может быть, 6 пройду уровней. Потому что, ну, этот Йети, кстати, да? Блин, я все время на эту хероту запрыгнуть не могу. Да. Все-таки, правда, простите, то, что сейчас ролики выпускаю очень редко. Я сам хочу чаще выпускать. Я смотрю на других ютуберов. Я знаю то, что, ну, я знаю некоторых ютуберов, у которых времени вообще... Ну, это как сказать ютуберы? Ну, такие, тоже такие чувачки, у которых там по 10, по 15 тысяч. Ну, я таких людей ютуберами не называю.
типа, ютуберы это более-менее те люди, которые хотя бы, ну, добились большого числа, там, хотя бы 100 тысяч. Да. Герой по числу, который сам никогда не добьюсь. Ну, супер, чё. А может быть и добьюсь, но это уже в следующей передаче, да. Всем пока, да. Дичь уже какую-то несу. От этого паркура, если что, да? Это паркур во всем виноват. Это не я дичь несу. Со мной все нормально, наверное. Блин, сейчас до сюда только видно. Все. Сейчас упаду. Так, подождите, можно же как-то... Так, вот так. На край. Я уже договорилась. За тобой едут, блядь. Я просто уже с ума схожу, я просто... Супер, ребят, вы видели, как я умею, да? А вы так, наверное, не умеете, а может быть, и получше меня умеете. Скорее всего, получше меня, ну ладно. В принципе, да. Да, я вообще, все нормально со мной, да. Я там после паркура прохожу. Мне после паркура всегда плохо становится. У меня уже сил нету, я снимать этот ролик, но я его все-таки снимаю. Я думаю, это будет последний уровень. 5 уровней сниму. Сколько их тут вообще? Наверное, 20? Может, 15? 10 в ядре? Скорее всего. Ну, типа, если розовый был, оранжевый, белый, красный, типа, такие цвета. Ну, красный, конечно, все понятное дело. Скорее всего, уровней 20, может быть, даже 25, может быть, вообще 30. Это что? Не понял. Это, типа, я должен сейчас до туда, да? Я боюсь. Мне страшно, люди. Может, не надо? Блин. Как-то просто было. Особенно для меня. Ну, типа, вы сами знаете, как я паркую, люди. Ну, вы сами все знаете. Блин, я долбанулся. Ну, хотя, хорошо, что хотя бы в начале этой херота. А то, блин, было бы где-нибудь в конце, бы опять бы, блин, какая-нибудь хрень произошла. Конечно, было время где-то месяцев 7 назад, когда я вообще бомбил очень сильно. Сейчас хотя бы такого нету. Я даже от паркуров, я могу там закричать, что-то такое сделать. Но раньше вообще было время, даже когда я просто... Долблю по столу. Ты что, дурак, что ли, мир? Первый уровень, наверное, вообще самый сложный был, честное слово. Египетская сила. Это просто ах. Но... Отец! Ну ты видел? Видел? Я не буду заново проходить, ну его нафиг. Отсюда пойду. Правда, извините, то, что так делаю. Читаю, да? По сути-то, я, ну, я просто скипаю время, то есть я не прошел уровень, то есть я его условно паркуром прошел. Просто чтобы заново не проходить 10 раз, решил сократить время и мучения свои. Да. Так, это какой у нас синий цвет, да, получается? Ну да, в принципе. Такие цвета некоторые более-менее фиолетовые, поэтому непонятно это, типа голубого или более-менее фиолетового. Больше, прям, чтобы вообще синий был, мне кажется, это не синий блок. Да. Такой, он на синий похож, но на самом деле, мне кажется, то, что он не синий, нифига. Окей, я прохожу, я надеюсь, то, что у меня там все записывается, потому что если нет, я просто бомбану. А, кстати, давайте сейчас проверим. Итак, я все проверил, все четко. 15 минут уже записываю, 21 секунду, даже больше. Ну, сама запись только идет. Я, скорее всего, все вырезать буду, если не нужны моменты. Да. В принципе, наверное, кстати, следующее видео выйдет по снапшоту. Ну, вы 10 лайков набрали. Вообще, я думал, что вам это не понравится. Ну, то есть, вообще, думал, что вы там напишите, что за говно, что за непонятное видео. Мы ждали там чего-то другого. Потом вообще месяцев роликов не было, типа. А потом еще выходит еще Skywars. Ну хотя бы на Кубкрафте, да. Кубкрафт там хотя бы новая версия PvP.
Потому что если бы записал бы на Хайпикселе, было бы, наверное, не очень, да. Ну, типа, обычно Skyward на Хайпикселе как-то, ну, уже не интересно. Хоть я в него играю почти каждый день. Но всё-таки для видео это неинтересная тема. Особенно если бы я бы записывал бы часто видео, бы там раз-два дня, тогда бы вопросов бы не было бы. Записывал бы даже самые скучные мини-режимы. Но всё-таки, когда ты записываешь раз в две недели обычно, ну, примерно так и выходит. Бывает раз в полторы, ну, в основном раз в полторы, конечно, но округляю, да. Пускай будет две недели. Сколько в основном раз в две недели выходит. Ну, очень редко бывает, когда прям ровно раз в неделю, то есть, когда уже неделя ровно прошла, и прям сразу новый ролик выходит. Было бы так, было бы лучше, да. Сейчас бы у меня было бы еще бы дня 3-4, чтобы не снимать ничего. Так, отлично. Фух, что я вообще тут заговорился, что-то я не устал. Я ютубчик хочу посмотреть. Да. В принципе, вот чем я занимаюсь в свободное время. Записать-то у меня вроде как времени-то хватает. Просто я постоянно, блин, устаю. И, ну, лень просто, вот лень делать ролик. То есть, я просто понимаю то, что если я начинаю делать ролик, то нужно уже монтаж делать. Потому что так еще дня на два затянется. То есть, то, что я ролик записал, это ничего не значит. Я люблю, то есть, если я записываю ролик, то нужно сразу монтаж делать. Да. Потому что если я отложу, то, ну, то вообще капец будет. Ну, тогда еще дня три точно роликов не будет. Плюс 3 дня без роликов. Вот я вам и рассказал, блин, немножко. Почему у меня, в принципе, нет роликов. Почему они выходят очень редко. Я что-то раньше такой думал, то, что, ну, типа, раз в неделю, то, типа, вообще, ну, нормальный срок, но... Было же время, когда я реально раз в день записывал, раз в день, каждый день. Было время, когда 3-4 дня, когда не записывал, а потом такой... делал ролик, и я такой прям извинялся, то что типа извините, что не делаешь 3 дня ролик. Всего-то 3 дня, казалось бы, да? Ну. Да, я случайно вперед нажал. Короче, ладно, все, что вам сказал. Да. Все, всем спасибо. Давайте этот уровень будет, наверное, последним. Тихо. Фух. Тихо. Вот это опасное, конечно, место. Блин, мне страшно, реально, мне очень страшно. Ой-ой-ой, это реально страшно, ребята. Если вы думаете, что это нифига не страшно, это очень страшно. Опа. Ну, вот это, кстати, вот это и есть синий, вот это синий. Тот цвет был каким-то не очень. Лед, лед, здорово. Как жизнь, лед, да. Блок льда, блин. Блин. Синий цвет мне нравится. Особенно в Майнкрафте его таким сделали прикольным, сочным, так сказать. Блин, долбануться. Ну какого фига? Да. Может быть, этот будет последний уровень. Я, конечно, жду зеленый, потому что это мой любимый цвет. Но синий тоже очень люблю. По цветам. Ну, цвета, цвет прикольный синий вообще. В Майнкрафте очень нравится такой прикольный цвет. Да. Да, блин, давайте все паркуем. Красный, конечно, тоже ничего, но красный такой не очень. Да боже, как? Как запрыгнуть на кровать? Объясните мне. У нее вообще возможно запрыгнуть? Что хотя бы легко дойти до сюда? А, нет, можно. Я уже думал, что это троллинг какой-то. Думал, что фиг там. О! Неужели? Неужели запаркую? Это страшно, конечно. Что я делаю сейчас, это очень страшно. Вы что, наркоманы, люди? Вы долбанутые, да? Если я упаду, я так забомблю. Идите нафиг, все. Вы ничего не видели, типа так все и было, да. Я пакую, все четко, да, сейчас запакую, ребят, все. Записывайте. Записывайте на бодикам, на что у вас там есть. Да. На телефон записывайте. Бляха. Вы ничего не видели, это не надо было записывать, все, да. Сейчас еще сюда.
потом. Видите, я вообще не читаю, я вообще не читаю. Если что, так все задумано, да. Ну что ж, ребят, мы на этом видео. Бляха. Нет, я все-таки хочу паркурить, собака такая. Собака. Не дай мне запаркурить. Сейчас все будет четко. Все, давайте я реально четко сделаю. Скриншот сделаю. Зачем это? Короче, ребят, все, мы на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте видео. Я не смог все-таки это сделать. Да, так такой странный, конечно. Ну, конечно, тупо я сделал, да? Я думал, что я все-таки смогу запакуить. Ну фиг там, да. Не дали мне запакуить. Последний раз. Поэтому мы на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Даже сейчас не получилось. Всем, ребят, спасибо. Ставьте лайки. Давайте наберем под этим роликом лайков 10. Ну, я знаю, как вы любите карты, прохождение карт. Поэтому, я думаю, 10 лайков вообще спокойно на карте наберете. В принципе, все. Всем спасибо. Извините, что ролик не очень получился. Но хоть что-то. Да. Кстати, завтра я буду записывать еще один ролик. Прям завтра, то есть я буду записывать, внимание, записывать, не выкладывать, да, поэтому, в принципе, где-то через пару дней должен у вас выйти будет какой-нибудь ролик. Я не знаю, что выйдет, может быть, снапшот, может быть, летсплей, может быть, еще что-нибудь покруче, но это не мини-игры точно будут. Поэтому, ребята, все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, смотрите видео, да, там, все, набираем лайки, да, все такое, да. Подписывайтесь также на канал, если видео понравилось. Посмотрите, кстати, другие видео. Думаю, они вам побольше понравятся, чем это. Ну, поэтому все. Всем спасибо за просмотр. Так, подождите, молчать. Все. Всем спасибо, всем пока, ребят. Сейчас здесь начну. Типа сюда. Если хотите, короче, давайте 10 лайков наберем и вторую часть сделаю. Все, 10 лайков, вторая часть. Все, всем спасибо. Пока-пока!